Ассаламу алейкум, всех приветствую. Сегодня видел такое видео, где некий человечек по имени Магомадов Саид Хусейн говорит, что Айна Гамзатова, жена муфтия Дагестана, хорошая баба. И что ей не следовало бы выходить замуж за такого карлика, как муфтия Дагестана. Что ей бы следовало приехать в Чечню, так как перевелись мужчины в Дагестане, и выбрать там себе хорошего, рослого мужчину. Насколько оскорбительные могут быть слова для любого разумного человека? Когда Кизлярский имам назвал просто эту женщину блогером, там 2-3 тысяч муридов собрались с такими громкоречивыми лозунгами, такими этими. Братва собралась там, муфтиятовская. Почему же вы избирательно так выбираете муриды? Почему одному просто блогером назвать нельзя человек, женщину, а другому можно такие слова произносить, которые не каждый нормальный мужчина выдержит, может? Почему вы всей этой толпой вашей не поехали в Грозный или где он там находится, Бельгии или там, я не знаю, там, Брюсселе, Вене? Почему вы можете так делать со своими дагестанцами и не можете делать извне, кто вам что-либо говорит, даже не вам, а вашим этим святым и их женам? Почему такой избирательный у вас это? Не будьте тряпками. Я слышал, недавно он в Чечню приехал, этот Магомадов. Дерзайте, парни. Вы что такие слабые? Вы что такие тряпочные? Когда из вас уже мужчинами станете вы? Вы же, когда Аллаха ругают, пророка ругают, можете, ну, Аллах накажет, говорит. Но когда вашего этого устаза ругают, у вас настолько ненависть к людям появляется, что в этой жизни вы уже готовы наказать всех, кто ругает ваших лидеров. Проще говоря, сектантов. Давайте, ребята, не будьте избирательными. На всех газуйте одинаково. Ассаламу алейкум.